Это будет классический соус бешамель. Если в процессе урока наблюдать только за педагогом, то кажется, что ничего не поменялось. Учитель комментирует детали работы, все проходит живо и с долей юмора. Однако учеников вокруг пока нет. Все ребята и взрослые следят за занятием удаленно. И качество обучения это не мешает. Процесс проходит реально, поэтому переуточнить можно каждую деталь. Раньше мы проводили все время здесь уроки или в заведении. Дети приходили на стажировку. И проводили, то есть мы видели детей, они видели нас, мы готовили вместе с ними. Им это было интересно. Хотелось бы продолжать, чтобы школа набирала обороты и чтобы детям нравилось готовить. В таком формате уроки в школе Сахарине проходят уже несколько недель. И стоит сказать, успешно. Методикой заинтересовались ученики из других стран, где сейчас карантин. Уроки записываются и сохраняются, так что вернуться и повторить можно в любое удобное время. У нас не совсем стандартный способ преподавания. То есть мы стараемся не учить по рецептам, стараемся не говорить, как надо, что делать. Единственное, что по теории какие-то моменты рассказываем, и все. Дальше мы стараемся развить в ребенке или там, во взрослом именно свое мышление. То есть важно, что донести, какие процессы происходят, там химия, биология, физика, и как это все взаимодействует, а дальше уже каждый сам придумывает. То есть это наша задача – расшевелить мозги, как я называю. Вот. И это очень сложно сделать на дистанционном образовании. То есть когда мы просто снимаем видеоурок, у нас нет контакта, нет обратной связи, взаимодействия с учениками, и вот этот момент пока еще для нас сложный, но мы работаем над этим, стараемся как-то находить общение такое через экран. Никаких специальных инструментов для создания роликов достаточно двух телефонов, штатива, лампы и, конечно же, таланта педагогов. Сейчас они совершенствуют рецепт, дополняют учебное меню, прописывают форматы уроков и домашние задания. И, скорее всего, как только обстановка с коронавирусом позволит вернуться в привычный график работы, онлайн-формат обучения все же закрепится в программе и позволит расширить географию обучения. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Пакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.